Смотрите в среду, 7 августа, в эфире телеканала ННТВ с 12 до 22.30 самые актуальные новости, интересные программы и захватывающие фильмы. Время новостей в 12.00, 17.30 и 22 ровно. Криминальный обзор «Патруль ННТВ» в 13.25, 17.15 и 21.55. Интерактивный канал «День за днем» в 13.30. А также ваши любимые фильмы и программы. Документальный цикл об истории российского кино «Золотая серия России» в 12.20. Детективный сериал «Метод Лавровой» в 12.35. Старое доброе кино. Авантюрная комедия «12 стульев». Третья серия в 14.30. Научно-популярный документальный цикл «Сделано в СССР» в 15.55. Приключенческий сериал «Остров ненужных людей» в 16.30. Документальный цикл «Русская императорская армия. Легендарные войска» в 18.00. Мелодрама «Обучаю игре на гитаре». Третья серия в 18.15. И хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области. Торпедо Нижегородская область. Динамо Москва. Прямая трансляция в 19.00. Оставайтесь с нами. ННТВ ближе всех.